Добрий день, шановні друзі. 21 рік моя сьогоднішня співрозмовниця була коханою жінкою видатного радянського актора Андрія Миронова, і свої стосунки з ним вона описала в книзі Андрій Миронов та Я, яка вийшла накладом в понад 3 мільйони примірників. Сьогодні у нас в гостях актриса Тетяна Єгорова. Тетяна Ніколана, добрий день. Я очень рад, що ми сьогодні з вами зустрічаємося. Я знаю, що ви коріна москвичка. Здравствуйте. І после окончания Щукінського училища. Пришли в театр сатиры, в котором прослужили 23 года. Что представляло из себя театр сатиры в те годы, когда вы там работали? Когда я пришла в театр, театр был, как можно сказать, это был гербарий такой милый гербарий, но с одной стороны милый там были все старенькие, такие уже артистки, как нам казалось, по 45 лет. Понимаете, да? Но было и, были и постарше. Там не было никакой молодой крови, совершенно. Молодых артистов не было, кроме Андрея Миронова. И поэтому было и отношение такое к нам, что ну и хорошо, что мы пришли. Мы смешные были, мы веселые были, мы иногда гвозди в ботиночку могут забить. Вот так. Да, да, да. И да. не один, наверное. И не один. И разные там всякие штучки, там записочки какие-то. Ну, интриги. Театр ⁇ это цветы зла. Как вы познакомились с Андреем Мироном? Вы помните? Да. Я помню. Иду по улице в Риге. Это первые гастроли. 66-й год только я закончила театральный институт наш щукинский. Иду по улице, и за мной бежит толпа. Таня, Егорова, скорее, скорее беги в театр. Актриса заболела, там тебе надо срочный вот Сегодня вечером спектакль над пропастью боржи. Быстро, быстро, быстро. Мне все хватает, тащат. Ну, там все такое э, безумное, такое ненормальное. Притащили, сидит уже Андрей э, в комнате в репетиционном зале. И такой режиссер хороший очень, Шатрин. Борис, и начали репетировать эту сцену. Ну, слава богу, у меня память была очень хорошая тогда. И, и такая, фотографическая. И я мгновенно все это выучила. Мы порепетировали, и когда мы репетировали, мы влюбились друг в друга. Все. Это любовь с первого взгляда? Абсолютно. Была? Да. Он был неизвестный, Андрей. Он не был хорошо одет. У него не было БМВ. У него не было курточки кожаненькой какой-то. Он одевался хуже даджик, вот дворника, который сейчас. Ну, я вам серьезно говорю. Вот зимой он носил такое китайское пальтишко. Там какой-то мех был искусственный. Какой-то бывший кролик. Бывший, коричневый такой, изношенный на голове. И потом, когда ему все-таки купили родители, где-то домой. Они же хорошо зарабатывали, родители, наверное. Вы знаете, это, они хорошо зарабатывали, но они делали вид, что они богатые. Но они были не богатые, у них все было рассчитано. У Минакера была книга дома: Приход и расход. Я такого никогда не видела. Ответственный человек. Вы помните, как, при каких обстоятельствах у вас? Первый раз случилось то, что обычно случается между любящим мужчиной и женщиной. Ну, вы знаете, мы поехали на машине. Это была не его машина, не Андрюшина, а его друга, Шур Червинского. Они на ней приехали uh -huh. в Ригу. У него ничего тогда вообще не было. Какие-то брючки, обыкновенные маечка. Все такая футболочка. И вообще-то страшненький был. Он ничего красоты в нем такой, как в бриллиантовой руке, когда он поет в голубой этой майке, Ведь не было. Но он потом расцвел со мной рядом. Вот. Ну, вот так произошло. Вы поехали на машине? Ну, поехали. Да, на море. Говорит, погуляем. Поехали. Погуляли? Погуляли, да. Кто кому первым признался в любви? Я. Я очень активна и всегда все тороп... Ну, тороплюсь всегда, скорее всего, а то думаю, не успею. И как это произошло? Танцевали, поехали, танцевали там какой-то дивный Рига, чудный город, какие-то голубые там рестораны, море рядом, музыка играет, так все вкусно. Мы сидели, пили шампанское, Пица пела. А ты ищи мне лунный камень. Вот эта песня была модная. И оркестр силы играл, бам-бам, на эти, это все вообще ничего не слышно, друг друга не понимали. но пошли танцевать. Мы оба, в нас жили духи танцев. И в нем, и Андрей, и во мне. Мы очень любили танцевать и умели это делать. И вот нас это как-то объединяло. И вот мы танцевали, и я, вот это уже какой-то был, наверное, пятый или шестой день нашего знакомства. А я ему говорю, что я тебя люблю. И все. Вы сразу поняли, что это ваш мужчина? Ну да. Конечно, а если я не поняла, я же не прикидывалась, зачем мне это. У меня жених был. Да вы что? Да, я должна была замуж выходить. В Москве? В Москве, да, с моего курса. Хороший парень? Очень. И вы все поменяли в один раз? Угу. Все. Такой крутой поворот. В Миронове было что-то такое, что манило вот вас как женщину, или это просто свыше что-то предопределено было? Да вы знаете, ведь судьбу на коне не объедешь. Ну, вы говорите, некрасивый, плохо одетый. Ну, а слушайте, мы сами у нас стипендии 22 рубля, там как то платье купишь немецкое, одно-два есть. Ой, бегала по Риге, молилась, говорю, господи, пошли мне белые брюки. У меня начался тогда э -э, роман с Андрюшей. Думаю, у меня так хочется белые брюки. Туфли как-то я добыла в Москве. Это купить же ничего нельзя было. И я просила белые брюки. И вдруг я прихожу в комиссионный магазин, а тогда в Риге было очень много этих Запад. магазинов, да, изумительные, Все такой Запад, да. Соленые огурцы в аквариумах на рынке, какие-то цветы необыкновенные. Ну, чудно. И вдруг я вижу белые брюки. Это мое. Все, я покупаю их, как я сейчас помню, за 11 рублей. Все. И мне подруга еще кофточку продала, я его не попросила в петельчиках черненькую. Эти белые брюки. У меня еще была полосатая, такая красивая. Все. И я почувствовала себя королевой. Андрей Миронов женился на Екатерине Градовой. Да. Они Она прожили... мне во сне приснилась. <laughs> Они прожили три года. Да. Все эти три года вы с ним не разговаривали и даже не здоровались? Нет. Вы так были ранены этим? Не ранена. Ну, как ранена? Не ранена. Я за мать от него сбежала, потому что там была такая ситуация, я очень тяжело заболела вы э, не представляете вот вы может быть за вами жена следит или как-то вы понимаете какой образ жизни надо вести сейчас все уже начали понимать андрей не понимал а, он э, бесконечные какие-то тигулянки гости мы не спали ночами мы ложились в 6 утра вставали в 7. и поэтому э, я уже почувствовала через несколько я уже просто падала а он нет а ему тоже плохо. Он рыба по знаку зодиака, а я Козерог, и мы очень подходим друг к другу. Дело в том, что я вам должна сказать, что у нас очень характеры похожи, и поэтому нам было вдвоем очень хорошо. Ну там мама, театр, это, это тащили его в разные стороны, друзья, ну. Понимаете, если бы у меня был Рокфеллер-папа, да. тогда бы, конечно, их всех разогнали. И вообще, я считаю, скажу вам сакраментальную фразу. Я считаю, что он неправильно профессию выбрал себе. Это не его профессия. А какая? Его? Но не актерская. Хотя он мог это сделать блистательно, как вы знаете. Не его. Ему надо было быть каким-то переводчиком. Он знал, у него такой талант был к языкам, он мог знать язык, переводил там. Ну, все это в какую-то другую струю, не в этот ад. Вы понимаете, Марья Владимировна не понимала этого. Александр Семенович, может быть, и понимал, но не сразу. А Марья Владимировна, они не понимали, а у них был театр двух актеров. Да, да. Она не понимала, что такое театр. Это засасывает, особенно его, рыбу. И были друзья, которые просто наливали ему в глотку водку. Заливали, чтобы он опьянел. Вы заболели, вы говорите. И что? Заболела, да. Ко мне пришла приятница, врач, и сказала там мне неприятные слова. Что, мол, смотри, Татьяна, это очень тебе уже, наверное, конец. Вот так. Я не знаю, правду ли она мне сказала, а может быть это был какой-то шок-терапия. Uh -huh. uh -huh. И тогда я с собой начала говорить, стала вот разговариваю, разговариваю, говорю, так, Таня, хорошо, все хорошо. Люди интересные вокруг. И Марк Захаров, и Шуршир, сверхостроумные, талантливые, и Миша Державин, и, и, так сказать, подруги жизни, и вокруг все интересно, и там мы ходим, и там бываем, и все. Это, конечно, замечательно. Таня, ты же сдохнешь через два года. Я уже не будет, если ты сейчас в таком состоянии. Выбирай, что делать. Либо жить, либо надо менять опять жизнь. Ну, я и поменяла. Он уехал в Ленинград, тогдашний. Uh -huh. И оставил мне все ключи от всех квартир. Ну, что мне надо там проверить, там, это, чтобы э, холодильники не текли, как обычно. Ну, вот. И меня вызвали на Мосфильм. И я иду по длинным, длинным коридорам, встречаю своего приятеля, а приятель с еще приятелем. И он меня знакомит с ним. И тут приятель говорит, а вы не хотите сегодня в национале поужинать? Ой, mm. я говорю, с удовольствием. Думаю, вот оно. Наконец-то спасательный круг появился. Ну вот и все. И когда он приехал, он уже знал все. Потому что мы с ним стали ходить с этим приятелем в Дом кино. А в Доме кино все знали друг друга. Конечно, Они знали, что конечно. я с Андреем. Ему все рассказали, он пришел в буфет в наш театральный, театр сатиры. Я сидела с подругой своей. Вот говорю: ключи, я, вот, пожалуйста. Он меня схватил и повел не повел, он бешеный, бывает, в таком состоянии, потащил в свою гримерную. Меня спасло то, что там стояла стремянка заляпанная, ремонт был краской. А иначе что? Он бы меня выкинул в окно бы и вообще голову оторвал бы все. Он вот бы такой, такой был. Такой Дед-то Мария Владимировна а деду Отец. А, отец. Нет, не отец, Нет, дед. Так. А его прадед. Ну он такой был. Руки какие. Он на зло вам женился наградой? Конечно. Кто сомневается? А это же нельзя было понять, как это так его бросили. Танька бросила. Он же звонил мне в день свадьбы и кричал, Танечка, ой, я не могу, я не пойду, я не, ой, я не хочу. Ой, 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 я сейчас к тебе приеду. Он кричал, я сейчас к тебе приеду, я не пойду, я не хочу. Зачем он это сделал? Я говорю, нет. Иди, иди, я говорю ему, проштампелюйся. Пойми, что это такое. Это так уж я апропо. И три года... Вы его к себе не подпускали три года, которые ну, он жил с Градовой. Мы даже не разговаривали. Вот в буфете мы стоим, он за мной, я впереди, или я за ним, он передо мной. На меня все время смотрит, глаза какие-то страсти, там испанские. Кипят. Да-да, но ничего. Когда он с ней развелся с Градовой, все закрутилось по новой уже без пауз. Да. Вы для себя что-то поняли, что любовь важнее всего остального? Да, вы знаете, это даже было не понятие. Это было ощущение, это было эмоциональное чувство, это не понятие было. Вот понять можно там задачу какую-то, да, геометрическую, математическую. А тут вот, и он мне говорил всегда, я когда без тебя, я даже трахнуть, говорит, никого не могу, когда я с тобой в ссоре. Ни одну бабу. А потом говорит, что вот когда тебя нет рядом, как будто у меня нет полтела. Понимаете? Сколько лет длился ваш роман с Андреем Мироновым? Минус три двадцать один. Двадцать один год. Да, да. Пока он не умер, я его проводила на руках на тот свет. Почему? Почему столько лет вас тянуло друг к другу? Что это была какая-то высшая связь? Ой, вы знаете, ну я боюсь вот все про высшее говорить. Я не знаю, высшее или это не высшая. Ну вот... Не может он без меня жить. И я без него не могу. И все. А так бывает. И что с этим сделаешь? Я его заставила жениться на Ларисе расписаться. Голубкиной, да. Угу. Я сказала, распишись, нехорошо жить женщиной, быть не расписанной, как непонятно. Все это надо сделать, поступок, шаг какой-то. Он это сделал, меня послушал. Этот текст по идее должна произносить мать. Но мать никогда не будет это произносить. Мать-то она там царь Дип сидела внутри такой светящийся. Вот. Поэтому и они очень много занимались, конечно, сцена. Мария Владимировна очень любила на сцену выйти. Главное, она выйдет, играет, и это все. Она не могла от этого оторваться. И в эти мелочи, в подробности его жизни, Катя, т т т т т она или там еще кто-то, она не влезала. Единственное, что она знала, что я не должна быть рядом. Почему? Ревность. Потому что это любовь. Вы наверняка хотели, чтобы он на вас женился. Ой, мечтала, конечно. Да-да-да. Почему да. не вышло? Вы знаете, не вышло. Вот, говорят, судьбу на коне не объедешь. Папа болен, заболел вдруг инфаркт. Маша, кричал он, оставь ты их в покое, дай им быть вместе. Александр Семенович. Угу. Мама, нет, через мой труп. Но у меня тоже характер еще тот. Понимаете, а мы с ней потом ведь подружились, и мы с ней одинаково. Она 7 января родилась, а я 8. Ну, две козы. Козероги. У вас было желание родить от него ребенка? Да, конечно. Он был готов на это? Да, был готов. Но потом какие-то происходили моменты, кто-то его уговаривал, кто-то звонил из театра маме. Это такая замечательная актерская вот интригабельность. Когда все звонят, Танька Егорова, беременна от Андрюшки, давай матери позвоним, гадость какую-нибудь скажем. А вы были беременны? Да, конечно. И нет, решали нет? Нет, нет. Сегодня вы корите себя за это? Нет. Один раз я решила нет, а второй раз так произошло, что выскочило это. Ну, Андрей обсе набился головой. Да вы что? Да, да. Он хотел ребенка. Да, да, мальчик. Ну, вы знаете, вот, ну, ничего, значит, так надо. Я слышал, что от Екатерины Градовой Андрей Миронов бежал в одних трусах к маме. Что случилось? Ну, вы знаете, как вам сказать, конечно, можно приспособиться к любому человеку, если ты хочешь, и жить с ним, да? Ну, видимо, вот я вам должна сказать, я, наверное, в этом виновата. А моя вина состояла в том, что я так его любила, я была такая добрая по отношению к нему. Я утром летела, вот на Волком переулке мы жили, за молочным коктейлем, только надену на себя пальто и бегу, потому что он так его любил. Андрюша, я принесла тебе коктейль молочный. И он также ко мне относился. Бесконечные французские духи, подарки мне какие-то. Он меня приучил. Как Щедрый человек был, да? Да, по отношению ко мне, да. А все считали, что не очень. Потому что когда у него Мальборо тут было, он тихонечко доставал. их говорю, Андрюшка, не быть жадным, но тогда невозможно было достать. Ну ему и не курить, не пить нельзя было, к сожалению. Так что вот это вот... Я... Извинить за слово я, мне а, никуда не деться от такого качества своего. Доброты. Я себя ругаю за это. Не надо быть такой доброй. Это вредно. Помни, Таня, спектакль Добрый человек из Сезона. Сегодня добрый, завтра держи себя в руках. Но все равно добрый, все равно. И забота, и внимание, и глазки эти его синьковые. Глазки. Синьковые. синковые, да. Синьковые. И раковины такие, как у Марии Владимировны, вот эти вот веки такие чудесные. А потом мы постоянно с ним репетировали. И все спектакли, и, фи и фильмы, и Фигаро, и все Дон Жуан, да миллион, баня там, что любые спектакли репетировали дома на даче. Собачки, какие-то чиновочки, которых мы там самое, гуляли, танцевали на мосту. Какие разные женщины все-таки он выбирал в жены Градова. Одна Голубкина совершенно другая. Он искал что-то? Как вы думаете? Да, По-моему, они одинаковые. Да? Да. Ну, Голубкина она какая? Вы знаете, ну, мне трудно судить. Вообще-то, ну, она вообще-то, как вам сказать, какая она? Ну, Голубкина. Но человек расчет. Человек материальный. Вот так скажем. Катя говорила так, вот если лежит на столе яблоко, я его возьму себе, а ему не дам. Я артистка лучше, чем ты. Она так считала. Она говорила, просто в стену забивала. Она хороший артист. Ну, это уже судить зрителям. Ну, вам, как кажется, Градова ну, хорошая актриса. Ну, вы знаете, да, да не надо. Ей вообще этим заниматься было бы, конечно. Голубкина и то получше, правда? Ну, наверное, да. Может быть. И Ларисочка тоже. Она ему говорила: вот, у тебя нет голоса, ты ничего не понимаешь, у тебя нет слуха никакого, я должна петь, а ты поешь. В общем, там тот еще был еще жизнь была. Вот это надо было жениться на актрисах. А это значит, так надо было отработать карму. Кошмар. Да не надо ему было артистом быть. Вы понимаете? Вот переводил бы где-нибудь там элегантный, приятный, умный э, обаяние, море такой нежный юмор, не грубый какой-то там. Вы вот, знаете, бывает юмор злой, да. Бывает злой. Бывает еще Солдофонский, а этот нежный был всегда. Ну, такой человек был. А, и что его это, посадили в эту банку с пауками? Я вас процитирую. Вы сказали в одном из интервью, Голубкина глупая, она меня даже добить не может. Все время доказывает, что она была лучшая жена, а Ширвин доказывает, что он был лучший друг. Еще... я вам не говорила. Вот я в интернете прочитал. Правда, но да. это неправда. Я так не говорила. Еще э, вот вы сказали, что Голубкина без конца мотала его за копейки по концертам. Это да. Ну, это все знают. Да, да, мотала. За копейки, да. Ему надо отдыхать, а он все концерты. Когда ее спрашивали, Лариса, ну а зачем тебе столько денег-то? Ну, мы как-нибудь вещь купим. Ну вот я говорю, материализм. Ну, люди разные бывают, понимаете? Он не богатым был, да, все-таки, Вот, несмотря 200, на такой успех? 200 рублей оставил в кассе взаимопомощи в театре. Должен остался. Вот. У вас возникало по отношению к Градовой, Голубкиной какое-то женское такое чувство злости, что ли, что вот он на них женился, на вас нет? Да ну, зачем? А он меня любил, я же это знала, что я буду злиться. Нет. Это они пишут все время. Она вот, они... Ларчик даже никогда не написал, что они друг друга любили. Кати тоже нет. Они все такая, Ларис все время пишет, вот он приехал с голубым унитазом и там привез там раковину такую же под цвет, если даже не подошла, новую поехал покупать. Но вот такая какая-то, вот вы понимаете, такие отношения. Так, у нас никаких унитазов не было. Мы стихи читали. Представляете? Представлю. Я с ним познакомилась, он же из эстрадной семьи, поэтому он мне рассказывает анекдот сначала. В первые дни приходит грузин в магазин и спрашивает: Девушка, у вас есть мило? Она нет, очень мыло. <laughs> 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 ну вот он все время анекдоты какие-то, истории, ха-ха-ха, сам хохотал. Он такой жизнелюбивый. Он любил Градовую Голубкину, как вы думаете? Вы знаете, вот это я не знаю, я не могу влезть туда. В эту он вот. вам не говорил, вы его не спрашивали, вот ты ее любишь или нет? Не, не задавали вопрос? Жизнь. Вопросы? Да ну зачем? Что я буду такие вопросы глупые задавать? Чем сейчас занимаются Градовые Голубкина? Ну, я не знаю, вы знаете. Ну, Ларис, по-моему, в театре ничего не играет. А Катя, ну, как-то, дай бог ей здоровье, что-то там с Верой у нее произошло. Какие отношения, я не знаю, и в какой степени, и что, и как. Ну, но она затворница, насколько я понимаю, ее никто не видит, она где-то то ли в монастыре, то ли еще где-то, да? Ну, вы знаете, ее никто не видит, потому что она весит, наверное, 200 килограмм, поэтому она не показывается. Да, вы что? Ну, конечно, вот. И человек нездоровый, дай бог есть здоровье. Ну, в каком монастыре это все слухи? Больница вот была, да, я знаю которые у меня во дворе. С Голубкиной вы встречаетесь иногда? Да. Как это происходит? Она ничего не в, не в претензии? Вот, знаете, пошла в поликлинику нашу театральную как-то. Давно не была, мне надо было, пардон, но это нормально, анализы там какие-то сдать. И вхожу в такой кабинет, там у нас идеальная чистота, все красиво. Кто последний, так все стою. Тетки какие-то сидят, незнакомые. И вдруг голос, да, сидит с вытянутой рукой, там у нее анализ. Да, ну как ты? Э -э -э. Ну вот книга моя вышла. И вот там писали, что якобы... <кươi> <кươi> вот она первая об Андрее написала, поэтому она такая знаменитая книга. Ну я говорю, Лариса, ну ты же первая написала книгу. Там какой-то... Не, не она же? писала, а кто-то. Что-то там написала, накатала, как вот гадость. Ну вот, с тобой разговаривать нельзя. Я говорю, как девочки, как мальчики, как у тебя Маша. Ну, с тобой нельзя разговаривать, ты же все напишешь. Я говорю, ну не разговаривай. Ты же сама сказала, Тань. вот так. Уже некого делить, все, анализ уже сдаю. Вот, вот это юмор. А что, нет? Да, не юмор. Да, Мин, класс. класс. Шикарный. Все говорили театр, театр, театр. Нас учили в институте. Это храм. Когда я проработала 10 лет в этом театре, я поняла, что в этот храм можно войти только через ширинку главного режиссера. Понимаете? Исключительно. Исключительно других вариантов не было? Не было. Абсолютно. Ну, потом я уже поняла, что там какие-то подарки дарят безумные. Вот. Еще это. Это же мини-картинка нашей страны. Что такое подарки? Подарки это... Ведь когда Зиночка шла по театру, она всегда была в театре. Жена Плучика, да? Да. Она все всегда вот так кольца поворачивали, вот так. Она, о, это мне нравится. Что это значило? Это дух такой был. Это ей нравится, значит, давай, и снимает прям. Да? Ну, конечно. Почему поворачивали? Чтобы закрыть кольцо. И вот дарили изумруды, бриллианты, жемчуга, кто дарил? Артисты, это взятки были. Понятно. Понимаете, да? Коррупция такая на местном уровне. Кто приносил селедку роскошную, нарезанную уже там все приготовленную? Кто еще что-то, какие-то фрукты? Кто на что способен был ублажить? Ее. Ее. Его тоже. Она-то, ну не она, его жена. А жена всегда хозяйка. Мужчиной управляет женщина. Муж... А мужчина правит миром. Каков мир, такова и женщина. Понимаете? Конечно. Вот так. Женщина. Все от женщины. Пассии и увлечений у Андрея Миронова было много? Да, вы знаете, было. Ну и... Он такой был восторженный, вдохновенный. Так ему все нравилось. Но любил он только Таню. Но вы сказали, что его э, мужские возможности сильно преувеличены. То есть многие преувеличивают. Ой, да вы знаете, сейчас уже чего вы мучаете это его? Не надо, да? По этому поводу, да? Роман с Фатеевой у него был до вас? Ну, конечно. Драматический роман был? Вот для него, да. Она его не любила? Ну, вы знаете, вот она потом Наташа говорила, вот уже не, до, не так давно, она говорит, наверное, это были самые счастливые э, дни в моей жизни, потому что они познакомились на Юге, 3 плюс 2, фильм, море, солнце, она замужем за Басовым. А он работодатель, он дает ей фильмы, он сделал ее актрисой. Ну и понимаете, ей расходиться с ним было нельзя. А Маль Владимировна понимала одно, что Басов тоже а, влияет и на артистов, и на их занятость в кино. <coughs> Фигура значительная. И поэтому, когда Наташа приходила, однажды пришла, она ее пригласила в отдельную комнату, поговорила с ней и сказала, Наташенька, до свидания. До свидания. Угу. И больше не надо. Потому что она понимала, что Андрею тогда дорог закрыта вообще в кино. Как все просто. Элементарно. Наталья Кустинская, которая недавно скончалась, говорила мне, что Фатеева не любила Андрея Миронова, что она вообще была не способна кого-то любить. Такие есть женщины, да. Но она ведь потом как-то передала его Голубкины на своем дне рождения. Серьезно? Познакомил, да. Серьезно? Да, да, да. Ну, это вот так. Шановные друзья, сегодня у нас в гостях была кохана жінка выдатного радянского актора Андрея Миронова, актриса и письменница Тетяна Егорова.